Привет, ребята! Меня зовут Эльдар Бродвей. В эфире «В мире животных» с Эльдаром Бродвеем. Сегодня вы видите голубей? Сегодня вы видите голубей, а завтра, возможно, ничего не увидите, если вы героиновый наркоман. Да, в нашем мире животных будут и такие шутки. Один из голубей из трех съебался, другой спрятался под крышу, и у нас остался один голубь. Он ничего не делает. Кстати, все это будет называться Let's Watch Balkon. Я плохо разбираюсь в английском и в словах вообще, поэтому мне сложно придумать что-то. Но голуби часто либо залетают на мой балкон, только не прячься, пожалуйста, хуесос, не уходи. Ты последний актер в моем ебанутом спектакле. Господи, нет, он ушел. Все хуево. Все хуево. В мире животных заканчивается до ближайшего появления хотя бы одного из голубей. Сейчас я призываю голубей, которые спрятались под крышу, имитируя возбужденную самку, готовую к спариванию. Я не советую это повторять, если на вас не одет противоизнасильственный от голубиный корсет на жопе. Голуби очень агрессивны в момент спаривания. Не успеете оглянуться, как... голубь чистит ногой ебло. Это не круто, чувак. Вы же живете в городе, понимаю, если... ногой ебло чистит какой-то лесной зверь. Это объяснимо. Там лес, дикость. Но ты живешь в городе, чувак, что-то придумай. Там же есть лужи, ну я не знаю, стоки водяные. Попроси чувака почистить тебе. Нет, он почистил ногой ебло и лег спать. Жми на кнопку и подписывайся на наш веселый канал. Любитель Майнкрафт Альфа замучила ностальгия по хардкору? Тогда ссылка в описании для тебя.